Привет, Изи! Это плохой парень в школе, день 2. И сейчас мы с тобой запустим фейерверк в кабинете директора. Конечно же, это самая веселуха. Но сперва нам этот фейерверк нужно купить. Так, что у меня там есть? У меня есть баллончик, скейтборд, огнетушитель, бита и веревка. А фейерверка нету. Надо сходить в магазин. В прошлой серии мы до него так и не дошли. Поэтому... Так, подожди, что это я пешим пойду? Пойдем-ка мы свистнем тачку директора и поедем на ней в магаз. По-моему, это вообще роскошно. О, блин, что я забыл тебе сказать? Ну-ка, быстренько под видео опускайся, давай там ставь свой царский лайк и подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Это очень важно. Вот она, наша школьная парковочка. Кстати, в комментариях писали, что я могу, в принципе, свистнуть и школьный автобус. А чё бы нет? Я же широкий паренек, поэтому давай-ка мы с тобой свистнем школьный автобус. Так, а как в него сесть? Подожди, с другой стороны обойти? Опа, все! Буду возить детей. Не, на самом деле я не буду возить детей, потому что я не очень крутой водил, у меня даже прав нет. Так, погнали, все. Где этот магазинчик? Я подзабыл немножечко. По-моему, нам надо будет сейчас направо повернуть, и там будет магаз. Где-то там, да? Вот тут вот заворачиваем. Да-да-да, точно. Вот он магаз. Сейчас припаркуем наш автобус. О, май гарабл! Ты глянь только на меня. Я еле из-под руля высовываюсь. Я даже не вижу дороги. Как я так рулю? Ладно, неважно. Главное, что я рулю. Вон там, вон руками что-то шевелю. Давай сейчас припаркуемся. Очень аккуратненько. Не хочу разламывать этот автобус нафиг. О, черт. Ну, в принципе, успешно припарковался. Что-то, кажется, автобус скатывается, да? Да ладно, подумаешь. Ручник забыл дернуть. Так, наконец-то мы зайдем в магаз, посмотрим, что тут можно прикупить. Кетчуп, вставные челюсти, подушка-пердушка. Прикольно. Говешка. Подложить кому-нибудь говнеца на стульчик. Училки какие-нибудь вредненькие, да? Хо-хо-хо-хо. Так, а вот, кажется, петарды, да? Ну, это бомбочки больше похожи на что-то, на это. Так, пойдем, короче, к продавцу. Я уверен, что... Чувак, почему ты без одежды? А, не, это у него футболка в цвет кожи. Я-то уж подумал, что он в одном фартуке. Испугался, думал, надо бежать уже отсюда. Так, что ты нам продашь? О, отлично, у него есть зажигалка, есть лук, есть петарда и есть бомбочка. Нам, конечно же, для выполнения миссии нужно купить фейерверк. Его покупаем. В принципе, у нас бабла хватает, поэтому я еще и петарду возьму, зажигалку возьму. Вот это, я не знаю, что это такое. Это вонючий шарик, наполненный какой-то жидкостью, которая будет замедлять моих противников. Ладно, давай тоже купим. Пригодится. Че, вроде бы все, я все купил. Давай заглянем в мой рюкзачок. Да, вот она, петарда для фейерверка есть у нас. Зашибись. Можно ехать теперь в школу. Подрывать. О, директорский кабинет. Ух, сейчас бомбанем с тобой. Так, мой автобусик. Я надеюсь, что я там никому не помешал в плане развозки детей. Угнал... Да что ты будешь делать? Угнал автобус и застрял. Дрифтуем, мы с тобой дрифтуем. Блин, тут тормозов нет. Оу! Черт возьми, ты не видел, что ли, что тут по встречке автобус несется? Куда ты прешь, а? Баклажан! Затонировал тачку, все, ни черта не видит. Капец. Все, ништяк, я приехал. Чуваки, расходись! Стой! Ой! Я случайно! Надеюсь, ты живой. Кстати, тебя отбросил как колбаску какую-то. Ну, кстати, смотри, он встал, вроде бы даже кость не переломал. Все нормас? Ты что, не видел, что автобус едет, а? Сейчас тебя проучу. Счастье проучу, иди сюда. А ну-ка, иди сюда, мой песик. Привязать тебя, что ли, к автобусу? Интересно, можно это сделать или нет? Так, привязываю к автобусу? Не, походу никак. Привязал! Реально к автобусу привязал. Подожди-ка, подожди. Так, я хочу залезть. Я хочу залезть в автобус. Я его привязал, кажется, к рулю. Ну, действительно, я его к рулю привязал. А как мне теперь сесть в автобус? Эй, эй. Так. Надо взять руки. Уберем веревку, возьмем руки. Садимся. О, ништяк! Так, чувак, а ты там что трешься? Подожди-ка. Тебя мы сейчас тоже захватим. Ты какой-то тупица. Видишь, тут автобус отъезжает, а ты тут встал. Сейчас и тебя тоже прокатим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Получилось? Ты тоже привязан? Да, отлично. Блин. Его голова под моим колесом. Это очень печально и плохо. Главное, чтобы не размозжило ему мозги. Надеюсь, что все будет пучком. Отъезжаем. Так, а ну, ребятишки! Новый вид развозки детей. Ой, блин. Кажется, я не туда въехал.
Так, детки, детки. Черт, они не дают мне выехать. Хо-хо-хо. Да капец, что-то тачка повредила. Это тачка директора была. Ну ничего, я думал, он не расстроится. Погнали, детишечки. Надеюсь, вам весело, да? Я ни черта не вижу свое лобовое стекло. Но думаю, вам весело. Ой, ой, тормозим. Знаешь, что плохо? То, что у этого автобуса тормоза, ну, совсем никакие. Как вообще детей возят? Так, детишечки, теперь вот так вот прокатим. Да чтоб тебя. Автобус желтый. Надо было на легковую тачку сесть и прицепить парней туда. Так, ладненько. Можно куда-нибудь этот автобус? Да, вон там, вон, смотри, есть. Есть возможность скинуть его. Ну-ка, высаживаемся. Давай-давай-давай. Ей, прощайте, парни. Ой. Кстати, парни-то... Че, утонули? Все конкретно? Они ушли ко дну. Давайте, парни, прощайте. Ну че, выплывайте? Че вы там застряли? Пойду к ним скажу. Эй, пацаны, ну че, как вам тут? Подвод... А там акула есть? Ой. Кажется, надо отсюда выплывать. Ладно, парни, я поплыл. Нифига себе, какая грязная тут вода. Главное, чтобы акула не сожрала. Все, купайтесь здесь. Как же удачно, что тут возле магазина кто-то припарковался. А, это, наверное, тачка продавца. Ну ладно. Я думаю, что он на меня не обидится. Мне просто нужно срочно в школу доехать. Там уже был звонок. Уже прошел урок. Я его прогулял, черт подери. О, тачка директора стоит. Я приехал. О, кто-то, кстати, автобус вернул. Эвакуировали, достали из воды его, видать. Ну ладно. Все, пойдем искать кабинет директора. Я в прошлый раз там что-то напакостил. Не помню только что. О, училка. Училка. Или это зам? Зам директора. Так. Кабинет директора. Кабинет директора на втором этаже, как мы помним. Эй, девчуля, что у тебя дырявые носки? Не могла нормальные чулки одеть? И что ты вообще трешься на лестничной площадке? А ну, сошла с лестницы, эй ты! Ой, промахнулся. Да что такое-то? Пьем! Хо-хо! Какой у меня мощный лук. Надеюсь, она не побежит за мной. Так, все, 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 звонок. Нужно срочно на урок. Это не тот кабинет, где у нас директорский кабинет. Ёкарный. Ёкарный бабай, музыкальный класс. Директор идет вон он снизу. Кабинет директора. Вот он! Вот он, кабинет директора. Нужно запустить здесь фейерверк. Так, где фейерверк? Фейерверк. Оу, щет! Копы идут! Какого лешего? У меня даже не засчиталось задание. Может быть, мне нужно было фейерверк запустить в директора? У меня больше нет фейерверков, надо ехать в магазин. Где мой скейтборд? Скейт. Скейтборд, ты мне нужен. Погнали в магаз. Срочно в магаз. Ух ты, ты глянь, асфальтоукладчик. Чума. Но мы его опробуем как-нибудь в другой раз. Блин, на скейте, конечно, гонять намного проще. Фух, я уж думал, это копы за мной едут. Короче, на скейте намного удобнее передвигаться, чем на тачке. Так, слушай, братиш. Мне нужен фейерверк срочно и в большом количестве. Давай сразу парочку купим. Блин, он 10 баксов стоит. Я что-то раньше не обращал внимания на это, потому что у меня было 115 баксов. А теперь у меня всего 63. Ой, копы! Бежим! Валим! Как они меня запалили! Черт возьми, как он близко. Тачки нет, я же ее угнал. Кажется, он меня нагоняет. Надо скрыться, куда бы скрыться. Куда бы залезть? Черт! Фух, 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 это было близко. Кажется, он меня хочет запинать. Пацаны, спасите меня. Где там скейт? Да блин, скейт почему-то не выбрался. Черт! Копы дерутся, они не ловят меня? Я думал, он меня сейчас в наручники закует. А он меня хочет отпинать. Ты че такое это, служитель народа? Нельзя несовершеннолетних бить. Фух, ну все, кажется, я от него угнал. А, нет, он все равно выбежал. Капец, это что за терминатор за мной носится? Опа, тачка копа. Нифига себе. Стоп, 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 стоп. Я, кажется, знаю, что делать нужно. Я, во-первых, в него могу сесть. Как побибикать? Я могу побибикать? Бик-бик. Мне кажется, не могу. Ладно, поехали. Эй, коп, я угнал твою тачку, прощай. А что, куда он побежал-то, интересно? Наверное, побежал в участок жаловаться, что у него тачку угнали. Он прибежал к своей тачке, а ее нету, капец. Он в ступоре, что делать, пацаны, тачку угнали. Его же уволят с работы. Ой, я не могу, просто чума. Так, а тут у нас что? О-о-о! Блин, какая школа, тут же можно тачки перерабатывать. Так, надо коповскую тачку взять и переработать. Садимся. Ну-ка.
Вот это чума. Давай мы, короче, тачку вот сюда закинем. Вот и все. Вот и все. Так, единственное, мне теперь надо отсюда уехать на своем скейте. Вот так вот. Поднапакостили копу. Будет знать, как связываться с дерзким пацаном из школы. А как эта школа, кстати, называется? А, неважно. Из этой школы. Просто из этой школы. Эй, коп! Ты до сих пор еще там стоишь? Ну да, он стоит. Интересно, он меня захочет поймать, если я мимо него проеду? Ну чё, как дела? Братиш, тебе помочь чем-нибудь? А я твою, кажется, тачку видел на металлоломе. Кажется, ее там сейчас будут прессовать. Так, погнали. Йоу! Я совсем забыл, что я могу делать крутые приемчики на скейте. Так, вон он, директор идет. Блин, директор поднимается на второй ярус. Так, опережаем его. Кстати, он меня даже не ловит. Я ведь на скейте катаюсь по школе. Что за дела? Так, блин! Достал петарду перед ним, и он меня поймал. Ёкарный бабай! Эй, директор! Ты где-то здесь. Вот он. Вот он здесь. Значит, достаем петарду. Нет, не будем доставать пока петарду. Петарду. Подождем, пока он выйдет. Блин, ну здесь слишком много народу. Есть вероятность, что я не только директор задену. Так, достаем петарду. Главное, чтобы меня никто не настиг. И пускаем прямо в него. Ух, я промахнулся. А что, у меня больше петард нет? Есть петарда. Так, еще одну. Я попал в директора, но меня поймали. Фаеркрак — это, короче, не этот, не фейерверк. Это именно бомбочка вот такая вот. Я, короче, не то делал совсем. Так, где у нас шлындый директор? Шикарно! Директор у нас ходит и блуждает по улице. Это то, что нам нужно. Блин, он к школьникам подходит. Черт подери. Замахиваемся к директору. Кидаем. Оу, да, я подорвал директора. Нифига себе, как уж мальтануло-то просто. Он перелетел через забор. Жесть. Пойдем проверим директора. Надеюсь, что он же... А, вон он спускается, смотри. Он даже не в курсе, что с ним произошло. Наверное, покакать пошел. От страха. Так, ладно. Пацаны, я, короче, выполнил вашу миссию. Я вообще крутой перец. Давайте следующее. Что там у вас? У вас вообще задачки для детсада. Взять каталку и отправиться на ней в озеро? Подожди, а какую каталку? Я здесь никаких каталок вообще не видел. Пацаны, вы что, брендили, что ли? Так, есть вариант, что каталку нужно взять из медкабинета. Сейчас проверим, где у нас медкабинет. Медкабинет. А, это туалет. Блин, я частенько в медкабинете бываю и что-то забываю, откуда я выбегаю. Не могу, короче, прикинь, медицинский кабинет найти. Я знаю, как решить этот вопрос. Вот так вот. Мне плохо, помогите мне. Медицинский кабинет. Во, вот он. Вот он, медицинский кабинет. Вот каталка, пожалуйста. О, я могу ее взять? То есть я могу этого пацана увезти? Пацан, поехали покатаемся. Ты тут давно валяешься. Я знаю, что тебе уже давно плохо. Тебе никто не оказывает помощи. Я знаю, как тебе помочь. Мы сейчас с тобой прокатимся. Ты посмотри, как его трясет, господи. Так, виу-виу, блин. Жалко, мигалки у меня нет. Блин, меня баскетболист поймал. Старшак схватил за шапку. Так, а где пацан? Эй, пацан! А куда он делся? Неужели он где-то здесь? Вон он! Он тут до сих пор лежит, ждет меня. Когда же все надо валить? Пока старшаки меня не запалили. Погнали, бежим скорее. Как его колбасит, ой, жесть. Бежим, поднимаемся. Прости, короче, за лесенки, но так вышло. Так, озеро. Походу, тебя нужно скинуть туда же, куда я отправил двух пацанов на автобусе. По всей видимости. Итак, парниш, это твой звездный час. Сейчас ты исцелишься. Берем разбег. Ты там как, норму держишься? И... Сейчас я вот тут... Моу, блин, нифига себе. Вот это я уж мантылил. Подожди, а что мне не засчитали? Эй, пацан. Вернись, пожалуйста, нам нужно повторить все. Там акула прям вон плавает, ой. Ой-ой-ой. Выплываем отсюда. Кажись, пацану, кранты. О, пацан, здорово, я знал, что ты тут. Что мы тут с тобой встретимся. Так, я надеюсь, что про эту каталку вообще идет речь. Так, все разошлись. Ты прикинь. Я даже... О, наконец-то я его сбил. Я думал, что они несбиваемые. О! Я здесь, короче, нашел бассейн. А может быть, каталку в бассейн забросить? Может, тут речь не про озеро? Так, ладно. Пойдем закинем сейчас в бассейн. Пацанчик, настало твое время. Пошли. Еще раз искупнемся. Блин, на тебе сегодня столько экспериментов. Я тебе так завидую. Да не, шучу, не завидую. Хо-хо. Так, значит. Гоним сюда. И сейчас тебя закину в бассейн. Ну-ка. Давай. Опа. Не, нифига, слушай. Бассейн это не то. Блин, а что делать-то?
Давай я тоже в басик прыгну. Опа! Пацаны, помогите вытащить инвалида из воды, а? И чё, как мы с тобой будем отсюда выплывать, выбираться, а? О, драка намечается. Да блинский. Чё началось-то? А, во, я могу выпрыгнуть вместе с ним. Шикарно, давай выпрыгиваем. Валим, валим, а то нам сейчас тут это... Пацан в труханах надерёт задницу. Все, выходим. Фух. Блин, ну может быть, речь идет не об этой каталке, а? Твою ж налево! Этот пацан с ластами гонится за мной. О, нифига себе, вот это он меня пульнул, а! И сам отхватил. Так, кажется, нужно с ним разобраться. Где моя бита? Бита, бита, бита. Это переодел. Нифига себе, как он быстро переоделся-то, видал, он маечку нацепил. Ну, зато я отжал у него бабки. Костюмчик с ластами. Остался, а чувак исчез. Жалко, я это забрать не могу. Короче, я нашел это озеро. Долго катался по городу, но я его нашел. Пошли, пацанчик. Наконец-то наша с тобой эпопея закончится. Блин, ты сюда не влазишь, да? Черт. Придется через парадочку. Выезжаем! Дорогу! Дорогу мы едем купаться с нашим Патриком. Вот оно, это озеро. Совсем недалеко от школы. Вон там вот школа, а здесь вот озеро. Мы быстренько сюда добежали, пацанчик. Тебя даже не стошнило, да, не укачало. Хотя колбасить тебя знатно. Все, давай сейчас тебя запульну и все. Мы попрощаемся с тобой. Вот так вот. О, свертуха. Да что ты будешь делать? Ты что такой неугомонный? Еще хочешь покататься, что ли? А я не хочу с тобой кататься. Сейчас еще через забор пролезу, штаны порву. А, нет, все успешно. Так, пошли, Патрик. Погнали через... О, нифига себе, как я умею. Так, запускаем его. И... Да что ты будешь делать? Какой же ты вредный, а? Жопа с ручкой. Вот. Ну, есть, наконец-то, репутация плюс 5. Пойдем пацанам расскажем. Правда, про мои фейлы и то, как я его... хотел утопить в озере и скормить акулам, я не буду говорить. И, кажется, нам, кстати, доступен теперь новый предмет. Я такую штуку в детстве называл кузнечик. Ну-ка, ну-ка, вот он в спортзале. Сейчас мы его с тобой возьмем и опробуем. Так, где он у нас тут? Вот он. И че? О, да, здорово. Вот это я прыгаю на нем. А сальтухи могу мутить? Не, сальтухи не могу. Слушай, убегать от погони на такой штуке вообще огонь. А давай-ка в коридоре попробуем попрыгать. Буду я башкой биться об потолок или нет? Ну да, лысину я себе натру здесь. Хорошо, что моя башка сквозь текстуры ходит. Опа, ударился об дверной проем. Это, конечно, очень больно. Сожгите 5 мусорных баков. Используйте зажигалку из магазина. О, то, что я люблю. Зажигалку мы уже купили. Вот она у нас есть. Так, а как я буду пользоваться? Подожди. Нифига себе, я, короче, баллончиком буду сейчас поджигать это все. Так, мусорные баки. Надо убрать, конечно, все это из рук, потому что меня могут спалить, скажут, ты что такой маленький поджигатель, проказник? Мы тебя посадим нафиг. А я скажу, у вас нифига нету на меня, понятно? Вот такие разговоры. Так, вот, первый мусорный бак. Отлично. Попробуем его поджечь. Ну-ка, снюкась. Так, один загорелся. О, как было. Пожарный здесь есть. Нифига себе. Надеюсь, меня не будет пожарник ловить, как полицейский. Берем, короче, кузнеца и поскакали отсюда. Ищем еще мусорные баки. Вот еще один мусорный бак. Кстати, а тут у нас что такое? Ну-ка, ну-ка. Ух ты, вот это дырище, слушай. А что там такое-то? Давай прыгнем туда. У-у-у, я все равно на кузнеце, мне не страшно. Оу. Посмотрим, как пожарники работают. Опа, опа, смотри, вот он, пожарник. Бежит. И слава богу, не за мной. Сейчас будет тушить. Давай. Ну чё, красавелла? Ты прям МЧСник-МЧСник. Опа. О, в мусорный бак запрыгнул. Прикольно. Так, а куда ты дальше побежал? Ну ладно, беги туда. Отчитывайся директору. А тебя здесь будет ждать еще один мусорный бак загоревшийся. Так. Тихо-тихо-тихо, мне не перепрыгнуть бы. Где там моя жига? Жига-дрига-джига. Поджигаем. И пойдем попробуем поджечь еще вон тот мусорный бак. Опять. Ага, засчитывается, ништяк. Там уже пожарник потушил, бежим теперь обратно. Эй, попсик, у тебя тут снова огонь горит. Беги сюда. Кстати, а где ты припарковал свою пожарную машину, интересно? Я думаю, что он ее припарковал там же, где и полицай. Ну да, вот она стоит. А ну-ка, давай сядем в нее. Какая же она мощная, а? Еее! Ништяк, угнали! Угнали тачку пожарников!
Ладно, пожарник мне ничего плохого не сделал, давай тачку вернем обратно. Мы же все-таки с тобой не такие уж и негодяи. Так, блин, пожарник выбегает. Вылазим с тачки. Пожарник, давай. Маленькая пробежечка до машины. Ну че, пацанчики, че там по репутации, а? Че кого? Ого-шеньки. Бросить акулу в бассейн? Вот это жесть. Но акулу мы, кстати, знаем, где с тобой взять уже. Что-то с каждым разом все круче и круче задания. Единственный вопрос, который мучит меня, это как же я ее буду доставать. Опа, прыгаем в воду, как настоящий каскадер. И попробуем взять веревку давай. Веревку? Нет, веревку я не могу взять. Просто поднять ее получится? О, я поднял акулу, ты посмотри. Вот это я Геракл, вот это я Геркулес. Хотя нет, я Геракл, который штаны накакал. Все пучком, я мощный. А как этого чувака-то звали из DC, который... Аквамен, во, я почти как Аквамен. Ё-моё, давай эту акулу бросим. Кидай акулу, о, ништяк. Как она долбится об землю. Хочет обратно в море. Но нет, у тебя есть миссия. Моя миссия. Пошли со мной. Надеюсь, что тут директора нету, иначе меня сразу поймают. Вообще никто внимания не обращает. Ну подумаешь, пацан в школу акулу принес. Чё такого-то? Как будто акул не видели, да, действительно. Сейчас мы тут адреналинчика подкинем пацанам. Пацаны, здорово! Чё как? Держите акулу! Я думаю, вам понравится. Ой, смотри, смотри. Блин, а я-то думал, она сейчас подплывет к одному из плавающихся и сожрет его. Но нифига, они, короче, вылезли из бассейна. Они успели укрыться от акулы. Фух, ну чё, это был второй день в школе. Самый потный. Хотя я не знаю, что еще придумают эти плохие парни. Но это мы узнаем уже в следующей серии. Если тебе нравится эта игруха, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан. А на этом все, пока. Увидимся в следующем видео.